Ну что ж, традиционная для Лёшидзе Господи, для Лёшидзе Халицкашвили приветствие Гамарджоба Геноцвали, потому что Грузия семимильными шагами идет к доминации на этой планете. Расщепленный фрактал. Уровень сложности божество Sidmer Civilization 6. Если вдруг вы случайно наткнулись на это видео, YouTube почему-то вам его порекомендовал, или кто-то вам ссылку прислал, то лучше перейти к первой серии. Ссылка есть в описании к этому видео, либо вот в верхнем правом углу появлялась. Также напоминаю, что спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества, а для всех остальных они выходят раз в сутки. Ну что ж, продолжим. Тут мы завоевали в прошлой серии полностью Бразилию. Бразилии больше нет, она влилась в состав грузин, в принципе. Чем-то они даже внешне похожи, пожалуй. Язык чем-то похож, да? Я думаю, бразильцам будет хорошо в грузинской империи. Теперь мы займемся кхмерами. Так, вот Педро побежден. Рапануи объявила войну. Так, тут вот город, конечно, 1,6. Тяжеловато. Так, давайте подумаем, как мы можем лояльность повысить. Ну, во-первых, тут довольства нету. Во-первых, можно сюда юнит поставить. Более современный. Вот это как-то не особо работает вообще-то. Кстати, Куритиба стала тоже отваливаться. Тут, видимо, вот у Мали. У Мали, конечно. Слушайте, давайте с Мали. У меня, наверное, плохие, да, плохие отношения. Если бы я с Мали культурную. Может, это как культурный союз? Слушайте, а давайте я культурный союз с Китаем заключу. Я не буду с ним сейчас воевать. Тогда, наверное, я все-таки на Монгола пойду. Зато с Китаем. А, он... Ох ты, он уже не хочет со мной дружить, смотрите-ка. О-хо-хо. Какая цаца такая, я не хочу с тобой дружить, ты говно. Так вот... Некрасиво, конечно, так грузин обзывать, они могут и отомстить. Так, тут чиним. Ну, не знаю. Ладно, давайте, наверное, Анхартхом начнем. Или вообще, вообще желательно, конечно, юниты сначала приговорить. Зимбабве даже построил. А, у нас ПТ-команды уже появились. Так, хорошо. Ну, давайте апну. Что тут? Ждать. Так, сейчас я позасвечиваю. Надо юниты поубивать. Он мне тут убил один юнит. Эти уже походили, да? У меня 4 самолета, так? Да. Где-то у меня тут уже был алюминий. Вот он. Давайте проверим, что больше. Пока я ничего не... Еще нигде... Да ё-моё. Промахнулся несколько раз по надписи алюминий. А, еще и тут алюминий уже капает. Так, ну я в принципе могу... Так, то есть мне важно, чтобы Сан-Паулу не отвалился на самом деле. Так, сколько... Если он будет минус 1,6, то сколько у меня ходов? Ну, в принципе, держится, держится. Мне вот... Вот эти все города надо, чтобы росли усиленно. Но, к сожалению, они... Так вот, Ресифи, если... Я, в принципе, могу еще 2 самолета сделать. Ну, давайте, давайте в Канди самолет. Я бы даже сказал, ну, то есть уже сейчас 2, потом еще 2, когда еще один. Может, истребитель? Он очень хорошо засвечивает территорию. Так, в Сан-Паулу давайте купим
строителя. А, и в Ресифе купим торговца, отправим его на еду, чтобы Ресифе рос. Это давайте все в китайские города теперь. Будем в Китае. То есть Китай единственный мой соперник. Блин, а в Китае есть? Нормально, в Китае, по-моему, только один город с коммерческим районом. Ну, придется тут тырить деньги. Очень мануцы по этому для прокачки шпиона. Ну, давайте еще. Давайте всех шпионов построим. Так. Тут походили. Я, пожалуй, рядом с медиком встану. Ну, еще можно проатаковать пушку. Я не думаю, что могут не убить этого кирасира. Так, пускай лечится. Морских юнитов. Мгновенно обосновывается. Ну давайте опять тырить деньги. Может, какой-нибудь другой город? 378. Давайте в Кумбисале. Что-то в Ньяне уже, по-моему, у меня двух. Кстати, тут еще и Нубия плывет заселять. Может, Нубии войну объявить? Она со мной в плохих отношениях? Нет, блин. Но он же сейчас высадится. Ладно, чё? Я не хочу, чтобы он тут заселяла. Поэтому повод для войны у меня нет, я ж ей... Просто объявить 150 претензий. Сейчас мне как все меня сейчас осуждать начнут. Скифи не нравится, когда такие внезапные войны объявляют, да? Ну зато еще один поселенец у нас появился. А нефиг плыть. Проблема в том, что сейчас Купы может захватить этого поселенца и поставить там город просто. Чего мне бы очень не хотелось. Так, тут аквапарк готов. Давайте колесо обозрения. Лабу чуть позже будем делать. В Ресифе надо купить монумент обязательно. Чтобы лояльность не так сильно падала. Больше тут пока ничего. Но я могу, конечно, карточку. Ну, сейчас демократию примем. Нет, больше ничего тут ничего не хочу покупать. Гидроэлектростанция, конечно, классная. Но не в тот момент, когда города у нас отваливаются. Давайте просто поставлю арену строиться. Так. Открыли ракетостроение. Пошли. Две бомбарды. Селитровая шахта. Пошли, встали в варенье. Пока. Потом в переработку. Так, ну и надо... Уже начинать космопорты строить, конечно. Самый крутой у нас по производству Каспий, я так понимаю. Сто 112, у Канди 75.
Кутаиси, блин. Ладно, в Каспе, у меня, по-моему, было специальное место оставлено под космопорт. А, ну здесь, да, почему нет? Так, что в Кутаиси? В Кутаиси... Угу. Два хода шпион, давайте как раз за это время расчистим вот тут место. У нее еды хватает, в принципе, от морских клеток. Тут надо будет расчистить. Значит, Кутаиси, Каспи. Дальше Канди 75 тоже строим космопорт. Конечно, дольше, но что поделать. В Телаве уже не нужен аэродром. Ну, тут в Канди построим, значит, тут космопорт будет. Ну, это в очередь после бомбардировщика. И в Телаве космопорт здесь. Отлично. Так, 68. А, Вамала 70. Кстати, Вамала тоже можно вполне. Чем больше космопортов, тем быстрее мы улетим. Я понимаю, что многим из вас хочется, чтобы я захватил всех. Но это очень долго. Это будет так долго, что даже, наверное, коронавирус быстрее умрет, чем мы всех тут захватим. 20 цивилизаций. Ой, мне Россия объявила войну. Какая печаль. Пошли осуждения. Но это, как вы понимаете, из-за большого количества претензий, которые я получил, объявив внезапную войну Нубии. Смотри, чуть не убили меня этого кирасиса. Сколько у него пушек у этого кхмера? Вообще, какая-то война началась. Мали объявил войну Индонезии. Мали тут, а Индонезия где? Какие вообще цвета у Индонезии? Вот это, наверное, Индонезия, да? Цехе открыли наконец-то. Men, their rights. По-моему, тоже такое бесполезное здание у Грузии. Имхо. В игре, конечно. Так-то в жизни, может, оно и прикольно. Так, рационализм. Давайте что-нибудь на лояльность попробуем поставить. Что тут есть? Две единицы лояльности, вход в городах с гарнизоном. Вот так сделаем. Дальше. Что-то было на губернатора, я помню. Вот, каждый губернатор дает. И тут новый курс. Вот это еще два довольствия тоже повысит лояльность на самом деле. Серьезно. Все, уже видите, вверх пошел. А, хотя вот тут падает. Ну, тут мы решим это дело, я думаю. А нет, тоже плюс. Так. Караван на еду в первую очередь. О, город ко мне присоединился. Отлично. Просто здорово. На рост ставим. Мне, кстати... Где тут эти геотермальные источники? Здесь, да? Лунная экспедиция. Запуск искусственного... Ну, давайте вообще в геотермальные пойдем. Пока. Так, ну что, ты тут свои все пушки подводишь, да? Говоришь, нифига себе выжила. Вот это поворот. Так, давайте ПТ-командой уже город засвечивать и его атаковать. Ух ты, не достает самолетик, тогда апнем.
Надо отойти, боюсь, меня убьют. Кирасира. Так, лечится, лечится. Этого мы все никак не можем проапгрейдить. Нефть не нашли. Так, тут у меня где-то уголь был. Надо обрабатывать, потому что мне надо электричество. С гарнизоном. Ну, этого можно уже перебрасывать. Гарнизон вот этим юнитом поставим, предположим. Так, дальше пошли. Культурное наследие, да, не в глобализацию. Но для ускорения глобализации расщепление ядра не сейчас. Аэродром взлет на другом континенте. Космопорт строим. Кстати, аэродром или взлетную тоже можно построить. Есть ли тут хоть один военный лагерь у меня? Вот он. Это у нас в Сан-Паулу, да? Да. А другой ли это континент? Подождите. Хрена, это не другой континент. А что же за... Вот как-то... Ну, в Гаурулисе надо. Сейчас мы сюда перебросим. Тут взлетную полосу построим. Нормально. Так, из Рио-де-Жанейро. Ну... Ну, вообще надо, да, тоже на еду отправлять. Да, блин. Есть ли нам где-нибудь город поставить? Вообще место... Тут, похоже, нету, поплыли опять на эти острова. О, мне нравится, как я Зугдиди все-таки воткнул. Я молодец. Так, тут лечимся. Тут строитель для вот этого алюминия я покупал. Куда ты лезешь своей триремой на каравеллу? Такой же... Проныра. Так, тут все обработано, все сделано. Улучшать нечего. Тут еще должен поработать. Ну, сюда поехали. Работничкам нашим. Так. Там Бенгала сидит. Я не хочу, честно говоря, лян пересаживать постоянно, чтобы везде это обработать. То есть убираем тут пшеницу для космопорта. А, смотрите, рыцарь не захватил. Не захватил. Тогда будем тут город ставить. А это пускай туда пока поплывет. Вон куб уже плывет. Но я раньше город поставлю, он не успеет ничего сделать. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Так, откуда нам тут можно Нубию ждать? Так, в случае надо патрулировать те воды. Мали, Инданы. Ну и как-то интересно, тут у них будет морская война, наверное. Вместо пригорода для Аксу лучше оставлю. Колониальную войну Тамирис. Да, да, меня сейчас все осудят по очереди. Даже с Китаем уже нету дружелюбного отношения.
Раздели там Нубия мне каравеллой. Столицу атакует. На минуточку. Хотела книжкой меня ударить, тварь. Я запомнил это. Щачло. Откуда тут вообще, ну, ладно. Бродвей. Отличненько. Кавалерия, военная академия появились. У меня, кстати, Бродвей вообще должно быть... Да, плюс 5. Бродвей красиво в Каспе, конечно. Так, кто на... появился? О, плюс 6 лояльности вход. Отлично, мелочи. Вот это... Сейчас обычно этот флотоводец не в тему. Вообще нафиг не нужен, но в этом случае он как раз для Сан-Паулу. То, что надо. Так. Я хочу взлетную полосу где-то вот тут строить, получается. Ну что, столица Кхмеров падает. Нет, я грузин. Смачу Пикчу, отлично. Так, эта пушечка умрет. Эта пушечка умрет. Нету монумента, зашибись. Как ты вообще без монумента? Да ё-моё. Как ты без монумента вообще тут выживаешь? Ну и зоопарк следующим поставим. Потому что зоопарк дает счастье, и соответственно... Соответственно, увеличивает лояльность. Кстати, надо, наверное, этого кирасира сюда. А, он так быстрее пробежит. Стоим тут. Убираем. Тут один ход потерпим. Начнем космопорт строить. Оставлю юниты там, чтобы лояльность повышать. Как же на автомате ездит. Оно еще в плюсе. Так, это я сделал, кстати, истребитель. Мы будем задействовать для лучшей видимости. Блин, я вот думаю, что как раз Индрапура... Вот знаете что? Я как раз у Кхмера вот эти два города захвачу... А вот эти не буду, потому что вот эти я точно очень сомневаюсь, что удержу. Тут такие большие у Ланбатора и у скифов вокруг. То есть они тут, вот эти города, они как бы друг друга окружают более-менее. То есть я могу там что-то влиять. А эти города очень хреново расположены. Вот там два у Кхмера, так что пускай... Знаете что, я начну просто, я объявлю войну монголу, пойду его захватывать, а потом уже параллельно, наверное, займусь кхмером тогда. Такой у нас план. Эй, не успел, чувак. Так, сразу покупаю тут строителя. И начинаем с монумента.
Ада сейчас будет заливать нас очень сильно. Ну, как-нибудь... Ой, надо было этого поселенца захватывать. Эту неприятность переживем. Так, что тут Зугдиди? Угу, норм. Торговец в Рио-де-Жанейро. Что тут с лояльностью? О, плюс 24. Вообще все норм. Так, жилье мне тут не надо, я думаю. Эти фабрику, потом лабу. Нет, надо сначала все-таки угольную еще тоже сделать будет. Так, тут мы ждем в Кутаисе. В Тбилиси я сделал истребитель. Ну, я в Тбилиси космопорт как раз не буду строить. Пускай там достаточно. Так, торговца я могу где-нибудь купить. Давайте еще один истребитель. А, торговца, наверное, из Антхартхома отправим сейчас. Так, Кутаиси ждем. Мне еще надо что-то выбирать для постройки? Не, по-моему, все сделано, да? Shift-Enter, опять напоминаю. О, монгол уже осудил. Я ему могу теперь спокойно войну объявлять. Вообще, кто-нибудь к мирным грузинам нормально относится на этой планете? Нет, все, уже и Китай осуждает. Все? Все ненавидят грузин. Не знаю, почему, что к этому привело. Не понимаю. Слишком часто Сулейко пели. Крупное наводнение. Но это не у меня, слава богу, это как раз у Кхмера. Слушайте, интересно, а заработала уже Мачу-Пикчу? Так, Мачу-Пикчу каким конкретно районом дает плюс? Центр коммерции, театральная площадь и промышленная зона, стандартный воздух за соседство с клетками гор, так? Великий Зимбабве из этого... Ладно, давайте посмотрим, есть ли у меня хоть один центр коммерции, промышленная зона рядом с горами. И театральная площадь еще. Вот, есть рядом с горой. Похоже, вот тут работает. Ага, соседство рядом с горой, видите, плюс один. Отлично. Не то чтобы у меня много таких районов рядом с горами на самом. Вот еще, кстати. О, тут вообще... Смотрите, вообще 14 стала промышленная зона у Вавилона, офигеть. Не, нормально, нормально. Так, давайте убьем эту каравеллу, и эта каравелла... Блин, хотелось бы, конечно, разграбить караванчик по пути, но я тогда не захвачу город. Поэтому... Так, опять сразу покупаем монумент, потому что это плюс лояльность. Любой монумент дает не только культуру, но и лояльность. И вот эту Яшот-Харапуру я бы еще захватил, да? И на этом можно было бы завершить. Ну, два дуболома кирасира мне точно не убьют. Я даже корпуса не делаю, настолько тут все просто. Так, бомбардировщик. Где у меня тут был истребитель? Вот он. Возьму.
Так, этого я хотел на еду. Из Андхардхома. Какой-нибудь долетает. Ну, давайте добьем пикинера, чтобы не мешался. Так, эти ребята тут стоят. Это надо апнуть, кстати, чтобы был более современный юнит и давал лояльность. Я тут вообще уже должно сейчас в офигительный плюс идти. Продолжаем тырить, ладно. Так. Что у нас тут? Три ремка. Она умрет. Да, ты же рок, ты умрешь. Мне надо вот этим парнем сюда бежать. Где он вообще еще может город поставить? Да, только там, где я высадился. Отлично. Поплыли Нубию напрягать. Раз она тут зачем-то хотела мои исконные земли занять. Космопорт, космопорт. Слушайте, ну тут нарисовано было, что затопление, но я же поставил, да? Река Енисей. Это ж на Енисеи стоит. Да. Тут ничего не может затопиться. Ахалкалаки. Ахалкалаки это... Аха это лаки. Ахалкалаки. Ну да, не хочу тут ни космопорт строить. Я, конечно, понимаю, что тут... Не, давайте просто вот, реально исследовательские гранты чисто. Делать. Вот такой город красивый. Никакие районы больше не хочется ставить. Так, в Вавилоне у нас продуктовый рынок. И здесь я тоже поставлю космопорт. Тут внезапно много производства появилось. Да, на том месте, где я хотел пригород Аксу. Ну, у Аксу еще есть клетка. Рапану и захватили. Вот сволочи. Они были нашими друзьями столько времени. Расширение территории Чингисхану, расширение территории Цишихуанди. Господи. Такие имена и фамилии, да? То ли дело Лёшидзе Халицкашвили легко выговаривается, как музыка на слух. Интересно, кто-нибудь из них не выдержит, объявит мне войну. Сам. Ну, уже... У меня уже везде поставлены... Вот это чмо плавает, что-нибудь меня вообще разрушает, нет? О, я тут стоял капер, который, по-моему, так ничего и не... Нет, вот это я как раз пропущу. Наконец-то я воспользуюсь возможностью пропустить великого человека. Так. Раз, два, три, четыре, пять. Блин, чуть не доплывает. Кто это добежит? Отлично. Сейчас мы что-нибудь дозахватим. И Пура падает. Тоже нету монумента, конечно. Зачем? Настоящий компьютер монументы не строит. Так, слушайте, мне от этого рабочего бы... О, добегает, отлично. Ну что, объявляем войну?
Монгол, не, надо сначала самолетики подготовить. Так, вот этот истребитель у нас будет вот здесь действовать. Видите, как сразу все открывается. Долетает до Улан-Батора. Нет, я думаю, надо сначала все-таки перевести самолеты, потому что два самолета маловато будет. Ну, бомбардировка. Раз, два, три. Давайте этот четвертый. А где еще самолет? Нет, должно быть 6 самолетов. 5 бомбардировщиков и один истребитель. Вот. Раз, два, три, четыре. А, вот пятый. Да, давайте этого Ваксу. А, не хочет Ваксу. А почему он Ваксу не хочет? Это странно. Ну ладно. Следующим ходом буду объявлять войну Монголу. Надо сюда юниты, чтобы сразу Улан-Батор захватывать. Он был мне другом, конечно, неплохим, в принципе. Но ситуация в мире, ведь он меня не поддержал и осудил. Так, этот кирасир чуть позже прибежит. А, нафига я здесь рабочего строил? А, это, наверное, не строил, это я бег... Да, это я бежал. Просто тут поселение сейчас мешается. Так, вот эту клеточку я, пожалуй, удалю. Так. Нет, на бананы. Почему этот компьютер не обработал эти бананы, интересно? Не нужны бананы? Еще истребитель. Задействуем. В Манаусе строители готовы. Зоопарк. В Гаурулисе лаба. В Тбилиси. Блин, торговца надо купить просто. Знаете, в Анхартхоме тоже. У нас там великие люди. Давайте, наверное, фестивалить будем. Я, наверное, прям тут и поставлю. О, лагерь варваров нету. Это интересно. Так, ну, знаете что, там мне не хочется город ставить, честно вам скажу. А больше, в общем-то, уже и негде. Так что со спокойной совестью можно этого поселенца удалять и этого.
Так, тут купим... Ах, у меня вон есть рабочий. Аж на 3 заряда, кстати. Блин, я так... Я уже столько этих очков золотого века... Откуда у Нуби вот здесь столько каравелл, я не понимаю. Что они там делают вообще? Линкор. Нефть. Так, что у нас с нефтью? Сейчас. Каждый ваш посол двойной эффект. Создание морских юнитов. Нет, не будем тут ничего менять. Так, что с нефтью? О! Не-не, чувак, иди сразу нефть обрабатывай. Горе хорошо стало. О, и тут у нас нефть. Блин, у меня все... Я такое впервые вижу, на самом деле, чтобы все три нефти были на суше. Обычно это какая-то фигня. На море, то есть надо еще одну теху открывать. Так, ну... Чингисхан. Сорян, конечно, у нас есть... Причина, да-да, сокрушишь ты нас, да, конечно. Конечно! Главное верить. Так. Ищем с Улан-Батора. Опа. А я думал, тут пробежать смогу. А я не могу. Блин. Значит, Кашгар надо захватывать. Кашгару давайте. Пойдем. Я не атакую Кашгар, потому что я сейчас его не могу захватить. А, так-то я одной атаки самолета хватит. Да, блин. Тоже апнем. О, лечится после атаки. Хочу эту прокачку. Чисто пушками пообстреливаем Индрапуру. Мне-то важнее... Города монголов взять, тогда они тут, вот видите, тут у нее нету соседей, я просто их захвачу и потом города Кхмера. И сиди себе спокойно, наслаждайся. Так, это мы сюда поведем к нефти тоже. В
Почему разграбление торгового пути теряет весь ход? Типа, мы что, его год, что ли, грабим этот торговый путь? О, чувак. Да иди сюда, высаживайся на берег. Чё ты? Чё ты там плаваешь в северном ледовитом? Холодно, небось. Давайте, кстати, в Тбилиси... Я забыл, что у нас венецианка есть. Давайте капер просто построим. То есть это еще два капера будет. Ну, в Руставе. Ладно, давайте шпиона. Боже, я тут постоянно столько очков эпохи получаю. О, в Сан-Паулу даже плотина построилась. Да, это лучше куплю, а построю верфь. Убили меня все-таки тут. Капер. А смысл мне с кхмером заключать мир? Эти два города дозабираю вместе с монголом. И будет мне такая огромная грузинская империя. А вот и танки еще подъехали. Если я нефть обработаю. Оказалось, вот этот остров очень, очень классным оказался. Ой, чувак высадился. Здрасте. Так, сейчас мы еще пророка православия осудим. Сейчас вот, смотрите, Маури сейчас вот тут город поставит, который будет отваливаться по лояльности в мою пользу. Чем компьютер так действует, непонятно. Так, вот теперь время захвата Кашгара. Раз атака. Или этим лучше. Два атака. Кашгар пал. И монумента тут, конечно, нету. Зоопарк. Так. Так, мы используем истребители. Добьем эту кавалерию. Блин, надо было этого кирасира атаковать, конечно. Ладно, подходим. Не думаю, что они... Хотя... Эти что, могут мне ту ПТ-команду убить? Могут. Эндропору пушку атаковала. Ладно, тут надо этого кирасира убивать. И начинаем каракорум стены снимать. Стелави на еду. Я открою глобализацию, у меня там будет. Вообще, может, слушайте, давайте мы, наверное, в Каспе. Каспе уже будем на производство прокачивать, чтобы улететь. Чё тут? Я не понимаю, почему я не могу этого дуболома атаковать? Надо бежать.
его атаковать, потому что у меня... А, слушайте, так я пройти не могу к нефти, что я сюда пошел. Так, мне вот интересно... О, ускорилось. Отлично, что у нас еще космопорт построится? 3 аэропорта. А я 2 построил, да? Мне надо в каком-то захваченном. В Анхортхоме давайте аэропорт. Блин, не могу. Надо больше жителей. Так, я открываю синтетические материалы. Потом лунную экспедицию. Потом. Что потом открываю? Я открываю нанотехнологии. Ну, ядерку надо же кого-то будет бросить. Соответственно, и дальнюю связь еще надо будет. Знаю, как можно играть в ЦИУ и не бросать ядерки в никого. Нет. Так можно играть в ЦИУ и не бросить ни в кого я... И не бросить ядерку. Без уточнений. Из Сан-Паулу я, пожалуй, отправлю. Тут надо... Вот эти все пограничные города надо отращивать. То есть, собственно, это тоже одна из... Как защищаться от лояльности. Точнее, как увеличивать свою лояльность. Чем больше в вашем городе жителей, тем выше его лояльность. 3 посла. Со мной Буэнос-Айрес. Свой, наверное, перекупить не могу. Антананариву тоже перекупить не могу. Ну и, в принципе, ну, в Мехико можно. А за Сюзерентию какой-нибудь могу? Махенджо-Даро, да? Полное жилье от воды, это нафиг надо. Так, Ахокке. Ну, деньги, мне сейчас так деньги особо и не нужны, честно говоря. Ладно. А? Сейчас мы... Чисто, чтобы проекты делались. Отправил в Мехико. И больше эти морские, эти научные проекты, они проекты. Так, в Аксу я пригород хотел. Только вот здесь сделаю. А, я не могу передать, потому что... Угу. Тогда пока я ничего там не сделаю. Ладно, давайте центр вещания. Не могу эту клетку передать, потому что Анхортхом оккупирован. То есть пока я мир не заключу с Кхмером, ну или не захвачу его, что будет скорее. Так, стоим тут, ждем открытия. Нет, вы стоите, ПТ-команда... Выстоял, значит, захватим Улан-Батор ПТ-командой. А вот Кхмер мне этого кирасира убил. Моторам не хватает. Это что, где это такой у него? Вообще город. А, ну конечно. Самый крупный город человечества Рустая. Если меня кто-нибудь смотрит из Рустави, знаете, вы живете в самом крупном городе человечества. И все благодаря мне. По-моему, я молодец. Странно, я думал о Халкалаке. Ну, о Халкалаке почти догнал. Конечно, стоило, наверное, поменять там Пингалу местами с этим, но... Так, давайте мы это апнем действительно тоже в подлодке. Еще и корпуса из них сделаем. Знаете, давайте еще одну подлодку.
Тут все довольно быстро строится. Так, из Каспи в Телави, Кутаиси, в Руставе. Я отсортировал по производству, но когда мы откроем глобализацию, я там еще карточку поставлю, которая еще даст производство всем моим караванам. Вот и Улан-Батор пал. Так, истребитель истребляет. Кашгар, сможем ли мы Алмалык достать? Можем. Видимо, Алмалык сейчас тоже пойдет. Ей! Что-то предложили. Да нафиг. У меня все равно минус огромаднейший идет. Так, сохраняем Улан-Батор. Покупаем монумент. Строим святилище. Пришли захватчики, строят святилище. Так, здесь сохраняем Алмалык. Даже тут, смотрите, какая территория у Алмалыка. Покупаем опять монумент. Ремонтируем амбар. Строим морскую плотину. Меняем местами на всякий, чтобы быстрее, а то затопит. Так, ну я думаю, что на этой прекрасной ноте стоит завершить эту серию. Разгромлены практически монголы и кхмеры. Первый космопорт ближайший уже скоро будет построен. Так, надо с этим чувачком разбираться. Что с этим военным инженером? Надо мне какую-нибудь... надо мне пусковую шахту для ракет вот здесь поставить. У нас в Китай полетят ядерки. На этом, пожалуй, все. Напоминаю, что спонсоры канала продолжение могут видеть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Переходите, смотрите. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что смотрите. Пишите ваши соображения, я их читаю. Так, истребитель уже был задействован. На этом все. Продолжение завтра. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!